Всем привет, дорогие друзья! На связи Пушистый Биткоин, и мой YouTube-канал предлагает вам интересные обзоры на различные перспективные ICO-проекты. Несколько дней назад я снимала видеообзор на проект MoonX, и сегодня мне удалось найти еще одну новость, которая касается данного проекта и которой мне хотелось бы с вами поделиться. Ну а новость эта состоит в том, что MoonX объединяется с компанией Assist в Южной Корее для продвижения революционных технологий. Эта новость, в принципе, не свежая, она была анонсирована еще в конце августа, но мне удалось ее найти только сейчас. И я думаю, есть такие люди среди зрителей моего канала, кто еще об этом не слышал. Итак, стремясь к технологическому доминированию в области цифровых активов, компания MoonX инициирует стратегическую связь с компанией Assist. Это сеульская школа интегрированных наук и технологий, которая находится в Южной Корее. Технологии и инновации, которые внедряются в MoonX, стимулируют тенденцию к ICO, то есть первичному размещению токенов, которая, как прогнозируют эксперты, перевернет всю систему и сможет в конечном итоге даже заменить IPO. Это первичное публичное размещение акций. И также интерес продолжает расти и в обратном ICO. MoonX опережает гонку обмена криптовалют своей приверженностью технологиям и децентрализации. Теперь ее серверы размещены в криогенных бункерах. Это первая действительно децентрализованная экосистема обмена активами. Также MoonX будет использовать время отклика, которое будет измеряться наносекундами. А это на многие годы опережает такие традиционные биржи, как, например, NASDAQ, ICE и LCE, что является четким указанием на то, что будущее действительно связано с децентрализованными обменами. И сейчас я хочу процитировать комментарии основателя и генерального директора MoonX Нитина Палавали. Он говорит, что их бренд символизирует создание децентрализованной экономики без сборов, но с обеспечением участников средствами Moon, эквивалентными акциями внутри компании. Мы покончим с такими взаимоотношениями, как работодатель-сотрудник и бизнесмен-потребитель, чтобы создать более равноправные отношения, предлагая нашим совладельцам самую быструю и безопасную технологию обмена, проверенную независимыми сторонними экспертами. Ну и здесь же основатель и финансовый директор MoonX Тони Ли добавил: «Мы хотим использовать наши криптообменные и революционные токен-механизмы как центр транзакций для всех криптовалютных активов, используя другие токены и позволяя торговать большему количеству людей. Цель состоит в том, чтобы принести пользу обществу и решить существующие социальные проблемы в мире». Ну и я думаю, важно будет упомянуть то, что MoonX финансируется фондом BTH Angel при поддержке IDG Bitmain и Fission Capital при поддержке Shadow of Fenbushi. Список остальных инвесторов включает в себя Neo Global Capital, Node Capital, DHVC, Pre-Angel, Linear VC, Do Capital, FTech и также 20 других компаний. И также компания MoonX собирается финансировать PhD и исследовательские программы лучших университетов и исследовательских институтов по всему миру. То есть, как вы видите, цели и планы у данной компании довольно амбициозные, и это неудивительно, ведь их дорожная карта расписана аж до 2100 года. Здесь можно просмотреть все дальнейшие планы проекта MoonX. Ну и на этом мой видеообзор подошел к концу. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно, я рекомендую вам ознакомиться с моим первым видеообзором. Кстати, ICO еще не объявлено, поэтому подписывайтесь на социальные сети, на канал Telegram, для того, чтобы не пропустить всех важных новостей и обновлений. На этом все. Я прощаюсь с вами до выхода моих новых видеообзоров. Всем пока!